Зубы древних акул и скатов привезли уральские дайверы из экспедиции в Курганскую область. В поисках редких артефактов отважные исследователи погрузились на дно реки Тобол. Мечта дайверов – найти в реке голову мамонта. Но пока обнаружить удалось лишь фрагменты костей древних животных. Впрочем, нынешняя находка с точки зрения археологии очень даже любопытна. Исследователи подняли со дна реки зубы древнейших акул. Эти рыбы обитали в океане Тетис, который во времена Мезозоя покрывал территорию Курганской и Свердловской областей. И хотя доисторические клыки мало чем отличаются от зубов современных акул, поражает возраст находок. Окаменевшие зубы намного древнее всех останков мамонта. Каждому такому зубу 32 миллиона лет. Они окаменевшие, они потемневшие, но они сохранены такие же острые, такие же крепкие и прочные. Это виды песчаных акул длиной несколько метров.